Мышление, оно или есть, или нет. Там еще любят и критическое, и системное, вот, стратегическое. Мозг, он один, там нейроны, вот они друг с дружкой разговаривают. Они такие вдруг раз сели на заваленке такие и говорят, так может мы все-таки критически помыслим про это? А там другая группа сидит тоже там на охоте, на привале, понимаете? А, не, мы будем креативно мыслить. Да нет, ну все, чушь собачья. Есть просто мышление. И мышление что такое? Это создание модели реальности. Собираете всякие разные факты, обстоятельства жизни, всякие знания там, и так далее, и пытаетесь их приложить к тому, с чем вы имеете дело. Дальше ну, уже мышление, принятие решений. Вам надо внутри вот этой вашей карты, вот этого вашего мышления, обнаружить маршрут, как вы будете двигаться, к чему вы хотите прийти. Как в этом креативность, в чем она состоит? Подлинная, настоящая. Да? Вы можете усомниться. Вот вслушайтесь, усомниться в том, что ваша картина реальности правда.